Доброе утро. Утром я выгляжу почти всегда так, как дохлый тюлень. Но сложно вставать утром. Но все же, когда я встаю, я направляюсь в ванную. Я принимаю душ и взбадриваюсь. После этого я заплетаю хвостик и умываюсь. После я иду за едой. Так как сейчас масленица, мой завтрак – это блины и чай. За завтраком я люблю смотреть видео моей подруги Леры. Ссылку на ее канал я оставлю в описании. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. После завтрака я застилаю кровать. После того, как я позавтракала, я включаю любимую музыку и начинаю делать зарядку. Знаете, это, наверное, не зарядка. Я просто танцую. Моя подруга каждое утро ходит на пробежку, и вот она вернулась. За это время мы уже успели за друг другом соскучиться. Видите, мы все время идем и разговариваем. Иди, пишите, что вы хотите. Соседи говорят нам, не шумите. Знаете что?